На всей территории страны начинается проведение бесплатной диспансеризации. Программа стартовала в прошлом году и по приказу Минздрава продлится до 2017-го. Согласно плану на год текущий, в поликлинике государственного бюджетного учреждения Шадринская городская больница диспансеризацию должны пройти 10 730 жителей Шадринска в возрасте старше 21 года. На обследование приглашаются граждане, родившиеся в 93-м, 90-м, 87-м, 84-м, 81-м, 78-м, 75-м, 72-м, 69-м, 66-м, 63-м, 60-м, 57-м, 54-м, 51-м, 48-м, 45-м, 42-м, 39-м, 36-м, 33-м, 30-м, 27-м и 24-м годах. К сожалению, у 64% пациентов по итогам первого полугодия определена третья группа состояния здоровья. Это значит, что они уже страдают хроническими неинфекционными заболеваниями и нуждаются в пожизненном диспансерном наблюдении участкового врача-терапевта. Обследование дифференцировано в зависимости от возраста и пола и проводится в два этапа. Анализы, сданные в течение 12 месяцев и входящие в объем обследования, будут учтены на день осмотра. Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдается паспорт здоровья, в который вносятся основные заключения и рекомендации по результатам обследования. Вас ждут в городской поликлинике по улице Михайловской, дом 64, кабинет 48, третий этаж, ежедневно, кроме субботы, с 8 до 16 часов. Обед с 12 до 12:30. После 16 часов можно обратиться к участковому терапевту.